Ну, он уже все, он, у него уже все срослось, да. Он уже хорошо ходит. Этого трехмесячного тигренка нашли в ноябре сбитым на трассе Хабаровск-Комсомольск в районе села Вознесенское. Как выяснилось, уже в Хабаровской ветклинике у малыша переломаны задние и передние лапы. Операцию провели успешно, но вернуться в дикую природу хищнику не дадут. За время реабилитации он еще больше привыкнет к людям, что в тайге сделает его легкой добычей для тех же браконьеров. Сегодня к нему в гости приехала экс-глава МИДа Австрии Карин Кнайсель. Сейчас она в Санкт-Петербурге руководит геополитической обсерваторией по ключевым проблемам России. Вам желаю все хорошее. На базе регионального управления охотнадзора в Сосновке временно находится и второй краснокнижный хищник. Этот взрослый тигр на протяжении многих лет держал в страхе жителей села Лермонтовка Бикинского района. В ночь на 17 декабря его выследили охотники. Дальнейшую судьбу хищника решат специалисты Росприроднадзора. А завтра мы его повезем в Кутузовку, в центр реабилитации. Карин Кнайсель – партнер центра «Амурский тигр». Периодически она устраивает благотворительные акции и жертвует средства на содержание диких животных. Марьяна Гейт, Смотри Хабаровск.